Вот сегодня продолжение, 27 мая 2016 года. Это я решил уже показать от нашего огородчика, где он там. С прокрутки-той колесником крутимся. Сегодня ветер у нас такой прохладненький. Вон видно, что он тяпкой работает. Вот, и я хотел показать одну радость, которую Господь нам дал. Что наши труды не тщетны были. Мы садили много саженцев, петлы вдоль каждой дамбы. Вот одна из них — это лагерный пруд. Лопатки летают. Такие упитанные красавицы. Все еще дохвалят Господа. Сейчас я покажу, как мы тут сделали. Вот столбушок, листочки показались. Сейчас перелезу. И вот такую нам Господь дал радость. То есть почти каждый столбушок начинает уже прорастать. Но уж возьмутся совсем, нет они, это уже не от нас зависит. Все в руках Божьих. Вот они. Чем ближе к воде, тем, конечно, почки сильнее разбухли, листочки повылазили, повырастали, вернее сказать. Вот. И на этой стороне точно так же. Вот их видно. То есть ветла — очень живучее дерево. И вот так вот вдоль всей дамбы. Вот это вообще красиво смотрится. Вот тоже столбушки проросли. Идем дальше. Даже вот на этой стороне, как бы, кажется, тут воды нету. И однако вот проросло тут. Но уже, конечно, не так много. Так вот. Красавцы наши. Какие сухие стоят еще, почек не видно, может и вообще не будет. Но большинство в основном проросли. Сейчас скоро, согласно в интернете показывают погоду, что будут дожди. Будет лучше для нас саженцев ветлы. Вот. Здесь вот потихоньку пробегает водичка, все равно между досками немножко уходит. Везде видно, что почки выступают. Даже маленькие, но уже видно. Мы поливали несколько раз, приходили с ведрами. И каждый поливали с братьями. С Никитой Колесниковым, Виталием Калинниковым. Вот пенечки как выросли. Прошлогодние, которые пилили мы. Ветра здесь нету, здесь дно прозрачное, чистое. Вот.
Вот так вот, слава богу. Вот такие красивые. Все, дальше я уже не буду показывать. Не видно, что прорастает. Слава богу за все. Чайка летит.